Добрый день, представьтесь, как вас зовут. Добрый вечер, уважаемые эксперты, зрители стартап-шоу. Меня зовут Хаджимурат Магомедов. Я представляю свой проект moneylotto.com – глобальный агрегатор интернет-трафика. moneylotto.com – это бесплатная онлайн-лотерея по номерам купюр. Мы превратили купюры в лотерейные билеты. Рынок интернет-рекламы в Рунете уже догнал рынок рекламы телевизионной. Основная форма рекламы в социальных сетях – это организация конкурсов. Их минусы – это маленькие призы, нерегулярность, неаккуратность, необходимость подписок, дополнительных действий для участия. Соответственно, наша целевая группа – это участники подобных групп в социальных сетях, количество групп – десятки тысяч, участников – миллионы. Также люди, склонные к азарту, но избегающие риска, люди, имеющие персональный доступ в интернет. В Рунете есть сайты, которые организуют бесплатные розыгрыши призов. Там необходимо регистрироваться, загадывать комбинации цифр, ждать розыгрыш. Побеждает произвольная комбинация цифр из всех возможных вариантов. Также для вывода выигрыша необходимо накопить определенную сумму к выплате. Мы не собираем никаких персональных данных, у нас нет регистрации. Розыгрыш происходит между номерами участников розыгрыша, то есть вероятность на порядке выше. Розыгрыш автоматически производится каждые сутки. Выплаты осуществляются полностью и сразу. Уже сделано. Значит, запуск проекта, раскрутки проекта произошел 15 октября. Мы уже набрали за месяц более 1500 посетителей в сутки. Более 10 тысяч подписчиков в группах социальных сетей. Инвестировано 120 тысяч долларов. Ну, это уже за полтора года, пока мы это все делали. Сделано. Инвестировано в архитектуру проекта, фронт-энд, бэк-энд, десктоп, мобайл-версии, регистрацию в Роспатенте, SEO, SMM сайта, первый призовой фонд. Дополнительные наши преимущества – фрактальность и мультиплицируемость проекта. Количество валют и номиналов дает бесконечное количество серий лотереи. Получено свидетельство о регистрации программы для EVM. Планируется на первом этапе привлечь более 100 тысяч человек в сутки. Доход будем получать с баннерной рекламы, спонсорства отдельных розыгрышей, подписки в мобильных приложениях. Приведен расчет, сколько может приносить баннерная реклама при 100-тысячном в сутки посещении ресурса. Значит, по цифрам стоимости рекламы, баннерной рекламы в Яндексе, это более 9,5 миллионов рублей в месяц. Для достижения этого этапа нам необходимо 250 тысяч долларов. Деньги пойдут в разработку мобильных приложений, доработку серверной части проекта, привлечение новых участников лотереи, запуск новых серий, а также административные расходы. Ну, опыт работы у меня 12 лет руководства телекоммуникационными компаниями, 5 лет СМИ и интернет-проектами. Защитил кандидатскую по экономике формирования и развития рынка информационных услуг. Спасибо за внимание. Коллеги, смотрите, мне нравится ваш проект. Ну, как бы хорошая тема, на самом деле, идея. Жаль, что мы не можем сейчас все прослушать, поэтому давайте сделаем следующим образом. Я на мой страх и риск вас приглашаю на стартап-шоу. Там про сроки, про условия, как бы узнаете, пожалуйста, у Дарьи, она вам все расскажет. Вот. И давайте будем готовиться с вашей презентацией, ну, уже на офлайновое мероприятие. Считайте, что... вопрос такой, давай. А вообще это законно? Ну, раздавать деньги у нас законом не запрещено. Нет, вообще интернет-лотерея в Российской Федерации разрешена? Еще раз, юридически это не является лотереей. Даже если содержит слово «лото» в названии? Даже если содержит слово «лото», конечно. Вы собираете деньги и разыгрываете какие-то призы, правильно? Нет, неправильно. Деньги никто не собирает. А что вы делаете, можете рассказать? Да, я сейчас... У вас есть слово «розыгрыш». Если есть слово «розыгрыш», правильно, значит, что-то вы там разыгрываете, что-то даете. Конечно, конечно. Есть призовой фонд, определенный, опять же, мной как организатором. Он не формируется за счет выплат. Вы как проект, вот вы можете просто пример использования, значит, рассказать.
Вот, например, я интернет-пользователь, да, я захожу на ваш сайт, что я могу сделать? Купить там что-то? Либо, то есть, как я могу поучаствовать в этом розыгрыше? Что мне для этого нужно сделать? Вот кратко можете сказать, не надо объяснять всю презентацию. Я вам продемонстрировал, что делает участник. Он заходит и вносит номер своей купюры. Номер физической купюры? Он вносит номер купюры, да. То есть купюра у нас. Да, хорошо, внес. Дальше что происходит? Да, он этот номер в течение всего периода проведения лотереи намерен проверять этот номер. И в случае выигрыша получить свой приз. А какой приз? Приз, он указан, вот в частности здесь. Видите, купил 1 доллар, призы от 1 до 64 долларов. То есть они в течение недели... Приз — это деньги. Да. Типа сейчас призов, вот в сутки 2 приза. То есть следующий розыгрыш будет через 17 часов. То есть чем больше людей зарегистрировалось, тем больше сумма приза. Понимаешь, да? Угу. Ну, то есть зашел 1 000 000 человек, каждый вел туда там свою купюру. Да, а деньги кто выплачивает, откуда вы их берете? Деньги выплачиваются в качестве, ну, это от физлица к физлицу. Здесь потоки денежные разведены. Кто платит деньги в конце-то концов? То есть, 32 доллара кто заплатит? Вы заплатите? Да. Но я и плачу их, это второй месяц уже идет. Здесь же реальные победители у нас. Вот с правой стороны, вот это вот все, правая колонка, это ежедневно до 4 человек прибыли. Так, победители 50 рублей. 50 рублей, 1 доллар. Я так вот не пойму, кстати, ну... Сначала идет серия, а потом выиграл, конкретная сумма идет. Хорошо, а с чего формируется фонд? Ну, фонд с чего формируется-то? Вот ввел я номер купюры, а дальше что? Ну, ввел, ну хорошо. Нет, еще раз. Лотерея бесплатная. Здесь все построено на том, что большое количество людей будет привлекаться к участию в данном проекте. То есть, чем больше людей, тем больше реклама баннерная, тем больше... спонсоров. Вообще, я рассчитываю на то, чтобы все мобильные приложения... Все, я понял. В чем прикол-то? То есть им как бы рекламодатели платят деньги? Ты понял, да? Понятно. Это как кликферма отчасти похожая тема, когда заходит бот, вбивает какую-то купюру, то есть ему накручивает трафик астрономически, кучу ботов. Ну, нормальная тема. Давайте посмотрим. Хорошо. Большое спасибо, коллега. Мы извиняемся, что какая-то связь, я не знаю, наверное, у нас плохая. Но зато проект хороший, поэтому свяжитесь, пожалуйста, с Дарьей, она нам расскажет об условиях. Хорошо? Хорошо, Иван. Хорошо. Все, спасибо. Всех благ. Счастливо. Я хочу сказать о том, что партнером стартап-шоу Challenge Tour является общественная организация «Инновационная Россия». Дорогие друзья, если инновации, технологии, создающиеся в России, вам близки и интересны, то welcome, присоединяйтесь в наши ряды. Подробная информация в описании, разумеется, на сайте startupshow.pro. Если у вас, у ваших друзей есть крутые, суперкрутые стартапы, и вы хотите их нам презентовать, то опять же ссылка в описании, заходите на сайт startupshow.pro, заполняйте, присылайте ваши проекты, и я с моими друзьями, моими коллегами разберем их. Лучшие, напоминаю, поедут на стартап-шоу в Дубай. Обязательно ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте своим друзьям о том, что мы существуем. Если у вас есть реально крутые стартапы, заходите на startupshow.pro, заполняйте нашу анкету. Мы будем рады рассмотреть любые ваши проекты. И знайте, что только на нашем канале развивают цифровую экономику. И только стартап-шоу является шоу о стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Будем рады вашим комментариям. До скорых встреч!